Здравствуйте, меня зовут Анна. Моему старшему сыну Сереже 16 лет, диагноз ДЦП, спастический тетрапарез, стойкие двигательные нарушения. Самостоятельно он не передвигается, сам себя не обслуживает. После первой недели очного лечения у Давида Йосефа у нас произошли такие изменения. Сережа стал сидеть более ровнее. На ягодицах. Раньше сидел на краешке стула на крестце. Расслабились ноги. Теперь они стоят под стульчиком на полной стопе. Если бы раньше он их сильно вытягивал вперед, и если бы не ограничитель, он бы просто сползал со стула. И еще у него расслабилась правая рука, расслабились пальцы, сейчас она лежит на столе. Раньше он ее сильно отводил назад или скрючивал под столом. Планшетом он пользуется левой рукой. Такого результата у нас не было, даже после прохождения курса массажа. Моему младшему сыну Диме 5 лет. Диагноз раз, он не разговаривает. Ему было подкорректировано питание. Он стал вести себя более спокойно, больше половины времени может сидеть и лежать. До этого постоянно находился в движении, вел себя беспокойно. Начал играть с мячиками, он не проявлял к ним интереса уже больше года. Еще Дима впервые в жизни ел сырую морковку и тыкву. Это вместо сладкого, и до этого он отказывался. Начал щелкать язычком, улучшилась мелкая моторика языка. Хотим сказать огромное спасибо необыкновенным людям, Давиду и Йосефе. Мы очень рады, что они смогли приехать к нам на Украину. Бросай мячик, бросай. Бросай.